Всем известная истина, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, для заведующей Центром здоровья Солнечногорской ЦРБ не крылатая фраза, а принцип действия, с которым центр работает уже третий год. Здесь, в отличие от поликлиники, мы не лечим людей. Мы оцениваем здоровое состояние организма человека. В центре любой человек, даже не имеющий жалоб на здоровье, может пройти ряд специальных обследований, способных оценить состояние организма, а также выявить начальные стадии некоторых заболеваний. Здесь у нас проходит функция внешнего дыхания, пульсометрия, уже говорили, измерение уровня насыщения гемоглобина кровью кислородом, пульса и газоанализатора. Здесь у нас происходит первое. Это скрининг-диагностика сердечной деятельности по четырем отведениям, то есть по специальной программе. Потом, значит, у нас происходит тоже же здесь же психоэмоциональное состояние. Это обследование на стресс. После прохождения обследования пациент получает консультацию врача. Ему могут быть даны первичные рекомендации или направления к специалисту. В Центре здоровья можно также пройти школу профилактики распространенных заболеваний. Если независимо какие-либо отклонения, незначительные, без заболевания, а незначительное отклонение в организме происходит, допустим, у нас школа профилактики бронхиальной астмы, школа профилактики сахарного диабета, школа рационального питания, то есть это люди с избыточной массой тела, с уже ожирением, вот, и школа борьбы с курением. Центр здоровья Солнечногорской ЦРБ, один из первых, созданный в Московской области, активно поддерживают областной центр здоровья и областной комитет здравоохранения. Постоянно проводится обучение персонала, тематические семинары и мероприятия, основная цель которых – популяризация здорового образа жизни и повышение внимания к своему здоровью. Хотелось бы, конечно, чтобы посещение было более активным. И особенно к нам больше сейчас обращаются люди пожилого возраста. Это замечательно. Но нам бы хотелось, чтобы вот и молодежь больше обращалась к нам, потому что заинтересованность больше в молодом поколении. Специалисты Центра здоровья Солнечногорской ЦРБ рекомендуют всем пройти бесплатное обследование и получить консультации. Для этого надо просто записаться на прием в регистратуре. Юлия Речет, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».